Образовательный конструктор программируемого беспилотного летательного аппарата – творение барнаульских умов. Его основная задача – научить детей и взрослых конструировать и управлять им в безопасном режиме. Беспилотник назвали «ежиком», а на разработку конструкции ушло около 4 месяцев. Она имеет защитный корпус, и, соответственно, в процессе обучения, когда мы по каким-то причинам его начинаем долбить об стены, об потолок, там, об пол и так далее, может быть, от своих товарищей пытаемся соударить, да, у нас никаких негативных последствий не происходит. Обычно для обучения пилотированию создают специальные условия – помещение, оборудованное летательным кубом и ограничительной сеткой. При использовании ежика такие конструкции не нужны. С этой разработкой на международной выставке инноваций «Хай-Тек-2023» в Санкт-Петербурге команда стала лучшей в своей номинации. Прелесть таких выставок состоит в том, что мы можем посмотреть, чем занимаются ребята и такие же центры во всех регионах нашей страны. В том числе было много гостей из Белоруссии, из Казахстана, из Китая. И мы сравниваем свои разработки, смотрим, что у них есть новенького, что требуется сейчас на рынок, какие потребности существуют. Да? Поэтому, конечно, это такой бесценный опыт. Останавливаться на достигнутом разработчики не собираются. В планах усовершенствования проекта и его масштабирования. Также во второй итерации этого конструктора, над которым мы сейчас работаем, сюда, соответственно, будет добавлена возможность установить различные датчики. Это будет полноценный робот. То есть помимо того, что мы можем им управлять с пульта, мы можем его программировать на выполнение ряда задач. К примеру, при установке датчиков расстояния будет возможность программировать робота на обход препятствий. Это позволит изучать алгоритмы уклонения от столкновений. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.